Мешаю. А если я вам мешаю, вызовите тоже полицию. Сейчас вызовите. Вызовите. Это я нисколько не сомневался. Так вы, наверное, это и ждали, да? Это вы в том числе. Ну, пусть ходит, только не надо, пусть идет процесс. Ну, что мне надо, что не надо, я сам разберусь, сам решу, понимаете? Захочу, там буду стоять. Я вам не мешаю. Еще раз говорю, я вам не мешаю. Я для этого и веду видеозапись, чтобы потом доказать, что я никому не мешаю. Вы так говорите, как будто здесь идет какой-то процесс законный. Вот вы так вот себя ведете. Вы искренне в это верите, что самое это интересное. А в моем представлении здесь незаконное мероприятие. Потому что в нерабочий день в школе никто находиться не должен из посторонних лиц. Да как по всей России это и происходит. Что это-то? Вот это мероприятие. Какое? Да, по всей России происходит незаконное мероприятие. Это кажется, может быть, странно как-то звучит. Но так-то, есть политическая партия. И почему-то вдруг политической партии разрешено в нерабочее время в школе проводить свои внутренние мероприятия. Мне кажется, любая партия бы обратилась. Это вам кажется. Вот именно что кажется. Ну, не знаю. Я зато знаю. Но однако, кто-то, вы говорите, КПРФ поддерживаете, да? Но люди-то, кто поддерживает эту партию, тоже они приходили и голосовали, то есть принимали участие это в этом. Не бывает подневольных людей. Крепостное право отменено в 1861 году. Я... Вот крепостного права. Вы не поверите, вы удивительный человек. А в чем проблема-то? Вот мне, если что-то не нравится, я по закону начинаю это ломать. По закону. У меня, например, в доме плата за вот первая строчечка, которая в квитанции, плата за содержание, ремонт общего имущества, с 10-го года не повышалась, составляет 6 рублей. Вот у вас сколько? А у меня 6 рублей. Да, у меня машина сгорела, пока я боролся за это. Ну, сгорела, я бы на ней разбился, может, я так отношусь к этому. Зато с 10-го года плата не поднимается, составляет 6 рублей. Мы боремся, но суды почему-то... А знаете почему? Потому что вы здесь сидите, и в 11-м году сидели, и в 7-м, и будете в сентябре сидеть. Вот почему. А про суды я вам больше могу рассказать. Я знаю, что такое наши суды. Так все потому, что вы поддерживаете эту власть. Это ваше право. Что? Очень хорошо.